какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного. Этого человека знают как бесподобного хирурга и учителя. Он любит свою работу и живет ей, поэтому то, что ему кажется естественным, у других вызывает уважение. К сожалению, мы стали реже и реже улыбаться, а этот человек в буквальном смысле делает людям улыбки. Дентальная студия профессора Архипова. Лечение и имплантация зубов.